Значит, друзья, привет. Сегодня у нас замена лампочки на панели управления Ford Mondeo 2.0 TDCi. Загорела лампочка температуры охлаждающей жидкости и заправка. Уровень заправки. Значит, я покажу, как меняется, нюансы и как это сделать легко и быстро, без разных запарок, и сделать приятное, чтобы все было четко, работало, освещалось и так далее. Я уже заменил их, я просто покажу нюансы, как заменяю. Значит, первое, я в обратном порядке покажу. Я это все уже снял, тут все поснимал. Сейчас я буду в обратном порядке пошагово показывать, как что делает. Значит, во-первых, мы сняли это табло, пульт, панель управления, и мы его отстегиваем от питания. Очень просто, вот тут такая вот штучка вот. Вот такая вот. Она вверх просто тянется. Вот так вот, смотрите. Раз. Тянете ее вверх. И эта вилка у нас выходит. Все. Пульт, этот табло освобождено. Оно вот у нас в руках. Вот я его держу. Переворачиваем. Это лампочка заправки. Ой, температура охлаждающей жидкости. Эта лампочка, это подсветка тахометра, эта лампочка спидометра, эта лампочка уровня заправки. Что мы делаем? Допустим, меняем уровень заправки. Берем, поворачиваем против часовой стрелки. Раз. И вытащили. Вот такой пупсик. Мы его вытаскиваем, диодик этот, и ставим. Он тут 3-ваттный, кстати, очень нюанс важный. 3-ваттный, не 5-ваттный, потому что у меня 5-ваттный стоял. И вот что произошло, смотрите, вот. Вот такая штучка, он пригорел, видите, вот так вот. 5-ваточку кто-то вставил, он пригорел. Так что я думаю, что 3-ваттка, вот, очень важно, чтобы стояла родная 3-ваттная лампочка. Опачки. Это уже оно здесь, зажимчики эти тут немножко... защелкивается. Значит, что у нас здесь? Эту штучку мы вот так вот вставляем в пазы и по часовой фиксируем на один щелчок. Так же самое здесь, эти все. Все готово, монтируем. По поводу монтажа. Все в обратном порядке, но здесь, конечно, очень неудобно. Вилку эту берем, вставляем ее в гнездо, попадаем в гнездо, и вот этот рычажок, который здесь, мы его опускаем просто вниз, он как бы самозажимающий, до щелчка. Хоп, все готово. Все, у нас подключено, табло у нас подключено. Все, идем дальше. По поводу установки его на место. Логично, что здесь саморез, и здесь саморез, вон там в уголочке. Там такие уплотнительная еще такая резиночка, тоже ее поставить на место. Мы что делаем? Я как поставил? Я брал верхнюю часть. Вернее, вот так вот, смотрите. Вот я ее загонял туда, вот так вот, вот. Вот так вот загонял туда ее до конца. Со всех сторон, справа, слева. Ставил ее туда на место, видите, в уголочке, там такие пазы, там ошибиться нельзя никак. Та же самое здесь, в уголочек, вот так вот мы ее, раз, видите, она встала в уголок. И вверху здесь, вот так вот я его прижимал, в принципе, все. Вот она стоит. И здесь зажимаем один саморез, другой саморез, все. Первый шаг закончен. Так, панель на месте, фонарик убираем. Саморезы на месте, табло стоит, выключаем свет, включаем, все горит, в принципе, все работает, все горит, все четко, все лампочки горят, уменьшение, добавление, все четко. Идем дальше. Далее у нас идет вот эта вот штучка. Вот такая вот, которую мы ставим
Вот сюда сверху. Сейчас я поставлю и сделаю съемку. Там все просто, никаких нюансов по установке нету. Идем дальше. Дошли мы до вот этой штучки. Поставили ее. Вот. Тут такие вон есть засовчики с этой стороны и с этой стороны. Важно, чтобы вот эта резиночка, вот эта вот, она была вот так вот у нас здесь. Вот так. Это у нас на руль по высоте. По высоте и по вертикали. Вот. Мы вот так вот ее ставим и защелкиваем туда вот так вот ее. Пимс туда. Тинс, тинс. И все, в принципе, по этой штуке. Все элементарно. И зажимаем ее вот здесь вот. Один саморез. И вот здесь вот второй саморез. Все. Эта штучка села. Тут все зазорчики отличные. Зажимаем. Эта резиночка там у нас. Все двигается. Руль по высоте, по вертикали и по высоте и вверх-вниз. Все двигается. Резиночка там на месте. Все, зажимаем, идем дальше. Так, камера не будет включена. У нас зажали раз саморезик и два саморезик. Переходим к установке вот этой вот штучки самой вниз. Это можно протереть от пыли, потому что здесь очень много собралось разной соломки. И закручиваем. Собственно, ничего сложного нету. Раз, два. Тут зафиксировать вот этим вот штучкой. Важно, чтобы вот эта железненькая штучка не слетела, такая, зажимчик такой. И вот этой вот штучкой вот сюда попасть вот сюда. И все. В принципе, пытаний нема. Сейчас я еще продублирую, когда буду ставить. Вот, это пока можно протереть. Все, начинаем. Итак, друзья. Раз, два, три, четыре, пять. Потом у нас здесь раз, два, и там два. То есть в общей сумме у нас получается 5, 6, 7, 8, 9. 9 саморезов. Все, и последний штрих у нас это вот эту штучку закрыть. У нас тут все просто. Такой тут. Мелочевочка, там какая-то карточка, какая-то булавочка какая-то. Тоже важная штучка. Сначала мы вставляем вот этими вот пазами вот сюда. Раз. И вот там вот такие ножки вот эти. Нажимаем. Оп. Все четко. Закрывается. Открывается, закрывается, открывается. Все четко село, только что-то тут неровненько чуть-чуть. Сейчас вот я еще доработаю, посмотрю, в чем может быть неровность. И все. В принципе, все. Тут я сейчас доработаю еще, посмотрю, что здесь было не так. Сейчас доделаю. По поводу этой секреточки у нас просто она... Чуть я ее приотпустил там. И все. В принципе, она просто быстрее всего от времени такая уже красивая у нас. Вот. Все окей. Все у нас здесь работает. Все четко. Все загорается. Все отлично. Итак, ребят, кому понравился ролик, ставьте плюс. Кому не понравился, ставьте минус. И за то спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. С наступающим Рождеством Христовым. Вовремя меняйте все лампочки, чтобы было все четко. А, еще секундочку, сейчас скажу еще одну вещь. По поводу самих лампочек. Лампочки Бревия стоят 5 гривен за штучку. 12 вольт, 3 ватта. Важно ставить 3-ваттные, не 5, а 3, потому что будут гореть эти посадочные места, которые в самом табло. Все, ребят, всем удачи. Берите свои форды. Следите за машинами. С наступающим Рождеством Христовым, с Новым Годом. Привет всем из города Одессы. Всем благословений. Пока-пока. С Богом.